как вас зовут? Как величать тебя? Юра. Юра, скажи, пожалуйста, трудно возиться в городских условиях вот с таким замечательным стадом коз? Как приучишь. Как приучишь? Да. Но они дисциплинированы, да, городским, да, условиям. Да. Но ты живешь, я понимаю, в частном доме? В частном. Я поменял квартиру на частном доме. Из-за них? Не только из-за них, а вообще-то в такой квартире жить это... Все сломается, пока дождешься слесарь, пока еды дождешься. А здесь все сам делаешь, никого не надо. Юрий, от чего помогает вот это козье молоко в твоей жизни? Что случилось? Сахарный диабет, диабет болел. Болел или болеешь? Ну, сейчас я не хожу туда, может, у меня есть. Не хожу в поликлинику. Так. Я давно на разгонку не хожу. И козье молоко? Помогает. Помогло. И теперь в больницу не ходишь? Нет. Молодец. То есть снизился уровень сахара в крови, и ты чувствуешь себя хорошо. Врачи это удивили. Спасибо и врачам, конечно, но и, наверное, тоже козам. Кто сказал мне эту вещь? Женщина-то, ну ее поди ко мне, нет живых. Она подсказала, пей козье молоко. Ну, нам сказала, вон, тебя, говорят, врачи ходят. О, и все. Врачам сказал, не верь, так, ну что, врач ли вам будет? Резко понизилось. Юр, доброго здоровья тебе, удачи. Самое главное, и долго-долго пожить, и весело, чтобы жить, не грустить. Нет, все, мне уж 8-й десяток пойдет. Мне 80 лет пожить, и больше не надо. Молодец. Бог даст, может, больше будет. Молодец, здоровья тебе. Самое главное. Здоровье и будет. И всем, кто нас смотрит. Здоровье будет, остальное все будет. А здоровья не будет, и деньги не помогут. Ничего не помогут. Это самая главная мысль, самая философия жизни. Да.